концепция осталась традиционной, но COVID внес свои коррективы. Часть границ, часть стран, как вы знаете, закрыты, а этот форум всегда был международным. Но нам очень приятно, что на форуме, вот на интернет нашей площадке представлены и Германия, и Израиль, и Россия, конечно, и Соединенные Штаты. То есть вот сегодня, опять же, в интернет-пространстве, но нам удалось собрать на форуме представителей различных стран. Сегодня мало производить уже просто товар, мало его рекламировать, мало его продавать. Надо его делать под заказ потребностей конкретного рынка, а вообще еще и прогнозировать и создавать эти рынки. И сегодня очень приятно, что мы на нашей площадке обсуждаем данные направления, причем обсуждаем вот все инновации, всегда они глобальные. То есть нельзя создавать инновацию для конкретно, например, там Белоруссии, России, Германии или еще чего-то. Любая инновация должна выходить на глобальный рынок, поэтому и важность обсуждения мировых инноваций. Цифровые технологии, информационно-коммуникационные технологии все больше вносят вклад и в развитие белорусской экономики. Вот мы в прошлом году только экспортировали услуг на 2,4 миллиарда долларов, а с 2015 года увеличили экспорт в IT-сфере в 2,5 раза. Это очень быстро, динамично развивающаяся сфера, ну, которую, естественно, мы видим, вкладываем ее и будем развивать.